Дорогие друзья, привет всем! У меня три объявления есть к вам. Первое объявление заключается в том, что беспрецедентным образом за всю историю моей жизни впервые отменилось просто все подряд. До этого отменялось там один раз в Курске отменилось, потому что перестраховались местные власти, когда меня там травили, фашистом называли по всяким телевизионным каналам. Что-то там отдельно переносилось пару раз из тысячи, да, моих выступлений. Но тут все подряд выступления, просто все взяли и отменились. Последним был Барнаул, формально в Барнауле можно было провести, но это как бы уже в этой атмосфере выглядело вызывающе, и мы просто по согласованию уже со стороной. То есть все остальные доклады просто по инициативе проводящей стороны отменились. А в Барнауле мы по согласованию решили перенести, чтобы не сейчас не дразнить гусей. Тут это вся какая-то жуткая истерия идет по коронавирусу. Ну, там отдельный вопрос, какое к этому отношение. У разных людей разное, но суть в том, что она идет. Все, ну там, если действительно все закрыть, все общение прекратить, то вирус уйдет, и мы не узнаем, насколько страшно бы все было. Так что не будем сейчас никого судить. Может быть и правильно так совсем перестраховаться. Суть в том, что Новосибирск отмена, Барнаул отмена, Томск отмена, Чебоксары отмена, Нижний Новгород отмена. А ближайшие две недели, сюрприз, у меня каникулы. Вот такие вот. Ну, я, понятно, их уже заполняю всякими проектами в Москве. Но суть в том, что, значит, эти поездки отменены. Простите все, кто собирался на них прийти. Но! Взамен этого один на всех, один вебинар будет в четверг в 10 часов 30 минут по московскому времени. Пересчитывайте каждый на свой часовой пояс. Вебинар будет из физтеха! Да, я поеду на физтех! Я так давно там не был. Я посмотрю, как там родной физтех, на котором я работаю, поживает. Вот, так что подписывайтесь вот в этом описании к видео, да? Внизу есть ссылочка, вы ее нажмете, там написано «Трансляция еще не началась». Действительно, она еще не началась, она начнется только в четверг в 10:30 по московскому времени. Всех, полный шухер на всю страну, семинар один на всю вообще землю, на всех русскоязычных людей. Вот так, и даже не русскоязычных, которые при этом русский понимают. Семинар называется «Арифметическое наследие Ферма, Эйлера и Гаусса». Это уже немножко баян, но ничего страшного, не все же его слушали. Поэтому вот приходите и будем слушать. Кроме того, у нас будет сюрприз. Там появится лично Андрей Михайлович Райгородский. Вот так вот. Вот такой сюрприз будет. И еще. Последние события показали, что большая часть подписчиков канала ненавидит, видимо, Политоту и слушать ее не хочет. Поэтому те, кто хотят не только математику знать, действительно, зачем знать только, зачем знать что-то, кроме математики? Если вы хорошо знаете математику, вам вообще все по барабану, что происходит. Но если есть люди, которые все-таки хотят знать что-то, кроме математики, то я открываю новый канал! Новый, который так и называется, Леша Саватеев. И все. Все будет там. Будет там 50 подписчиков, будет 50. Будет 100, пусть будет 100. Сколько будет, столько будет. Будем там все обсуждать. Будем дебаты устраивать всякие. Спорить там с грамотными людьми, разумными. Я буду свои мысли высказывать, кто-то из моих друзей. Но вот у меня есть план там на первый открывающий видос. Я пока не буду... пусть сюрпризом это будет. Какой именно видос и что в нем будет. Но это один мой друг очень хороший, я хочу с ним провести интервью о том, как он видит мир, он культуролог. Вот так. Вот такие вот объявления, такие у нас происходят изменения в жизни, так что сразу, прям сразу можете подписываться, кому интересно, на пустой абсолютно канал. Сейчас вот в этом, в описании к видео будет ссылка, и кто хочет вот этот материал, этот контент получать, не математический, тот чик и подписывается на него. Вот, и также может распространять информацию по всем возможным каналам. Конечно, главные темы — это религия и Россия. Ну, две. Что меня больше всего на свете интересует? Математика, религия и Россия. Вот, ну, в смысле профессиональном, конечно. Ну что ж, до встречи на разных мероприятиях, особенно на вебинаре в четверг, 26 марта. Вот.